Друзья, всем привет! Совсем коротенькое видео, как всегда, хочется для вас записать. Это мой аквариум на 120 литров, где у меня растет своя живородка, подрастает. Тут разного поколения рыбки, вот если мы присмотримся, друзья, видите, есть совсем малечки, которые ну буквально вчера, позавчера родились. В этом аквариуме никто их не трогает, кристально чистое дно. Так что, если даже на дне чуть-чуть что-то осталось, то это понятно, жизнедеятельность рыбок. В аквариуме у меня стоит фильтр. Фильтр этот у меня аэролифтный. И плюс с правой стороны есть еще продувка, обычный нормальный компрессор. Компрессор тоже свой. Так как вы знаете, я привез оборудование, фильтра, компрессор, лампы, коряги, корни, рыбки, все остальное, все обращайтесь ко мне, все есть, все хорошее, все качественно, по самым лучшим вообще вариантам для вас. В этот аквариум совсем недавно, буквально 3-4 дня назад, я поставил новую лампу. Лампа опять у меня своя, Fluval Plant, размер ее, видите, вот, 38-61 сантиметров, 22 ватта, можно регулировать с телефона, ну, то есть все навороты через Bluetooth, все как надо. Лампа просто шикарный дает спектр. И мы видим, вот если у меня растение, буквально, ну, наверное, еще 4 дня назад было лысое практически все, остался только один стебель. То сейчас, на протяжении вот этих 4 дней, мы видим, что пошли новые росточки, видите? Все пошло расти новое. Например, даже тот же самый роголистник. Роголистник, конечно, у всех хорошо растет. Но бывает, что он перестал расти, и как будто, знаете, уходит такую отдаленку, и все, больше не развивается. То это роголистник классный. Начинает у меня, смотрю, развиваться. Новые появляются новые веточки. И пошел вверх, как говорится. И вот, посмотрите, растение. Вот, вот сейчас рыбки просто камеры, видите, сразу фокусируют, потому что думают, что я сейчас буду кормить. Вот и малечки, кстати, плавают совсем маленькие. Вот, растение пошло, пошло. Это однозначно благодаря вот этой лампе Fluval Plant. Ну, просто так Fluval не будет. Fluval — это для меня топовая фирма. Я обожаю эту фирму, потому что у нее все качественное. Не то, что ее рекламирую. Ну, конечно, рекламирую, потому что у меня вся линейка Fluval по лампам, по фильтрам. Всякие вообще все внутренние, наружные, маленькие, большие, канистры и так далее. А так, аквариум шикарный. Только вот сейчас начинается, я сделал подмену воды. Практически кристально чистая вода. Даже с таким большим населением. Ну, рыбка-то не крупная. Гуппи свои есть, видим, самочки красивые. Малинезии чуть-чуть. Несколько улиток неритсин. И чистое-чистое дно. По поводу того, что вот насчет дна, я так не договорился. Видите, мысль ушла у меня в сторону. Если мы засыпем сюда грунт, то вообще будет всегда чистое, идеальное дно. Потому что вот это остаточки, это вообще ни о чем. Но мне очень удобно чистить. Я беру свой тоненький шланг, у меня есть специальный, чтобы не засосать малечков, как говорится, не избавиться от них, не дай бог. Я аккуратненько убираю дно, промываю вот этот аэролифтный фильтр. Беру две губки, вытаскиваю. И шикарно все получается. Потому что если фильтр какой-то более мощный ставить, пару раз у меня было, что малечки просто вот между фильтром засасывает, и малечки погибают. Но мне этого не хочется. Мне хочется, чтобы малечек подрастал, был красивый, окрашенный, как говорится, для вас был здоровый, чтобы вы получали здоровую рыбку без каких-либо проблем и осложнений. Все, ребят, большое спасибо, что вы смотрите, что вы комментируете, что вы ставите лайки. Благодаря вам хочется что-то показывать, рассказывать и вообще делиться своей аквариумной тематикой. Все, друзья. Всем пока, всех люблю, обнимаю. Спасибо, что подписываться. Не забывайте на маленький мой скромный канал, как Чудак Рыбомонстр. Пока-пока-пока.